приглашаем на площадь делегации студентов и молодежи Азиатско-Тихоокеанского региона. Только Байкал. Байкал, конечно, жемчужина, это уникальная мировая ценность. Но у нас, кроме Байкала, есть, в общем-то, очень много и других природных ценностей. Но кроме природных ценностей у нас уникальное историко-культурное наследие. И оно имеет тоже, в общем-то, всеобщее мировое значение. Мир сейчас знает монголов. Под монголами, разумея, халхасцев, в общем-то, обитателей Монгольской Народной Республики. Но мало кто в окружающем мире знает, что есть и другие монголы. Монголы в пределах Китая, монголы в пределах России. Когда-то этот мир был единым, и он был великим. Монголы 13 века, они имеют, в общем-то, отношение не только к халхасцам, а, может быть, гораздо более прямое отношение к тем, кто сейчас предстает перед миром неизвестным малым народом бурятами. Очень важно, опять же, просветить мир в этом отношении. Кто такие на самом деле буряты, кто такие на самом деле калмыки. И даже сами калмыки и буряты успели забыть, кто они такие. У них совершенно неадекватные представления о самих себе. Поэтому просветить мир и, в общем-то, включить в мировое сообщество всех монголов, как, в общем-то, носители единой, общей, самобытной цивилизации, которая сравнима по масштабам, по уровню, по богатству наследия, сравнима с великими цивилизациями Китая, Индии, Малой Азии, даже Греции и Рима, понимаете? Здесь с нами большая проблема языковая. А вроде бы фестиваль монголоязычных народов, но участвующих лиц не совсем владеют своим родным языком. Вот это большая проблема. Сейчас в мире вообще идет такой процесс сближения всех народов, которые так похожи друг с другом и в обычаях, и в культуре, и в простых общениях, и вообще в психологии простых людей. Каждая встреча между нами – это для нас новое открытие, новое познание, и вообще, естественно, помогает сближению. Простой пример, что он влюбился в калмыцкую девушку. Мы любим так, друг что, друга, да. Может, не жени... мы между собой не женимся, но... Главное, мы любим друг друга.
появился довольно большой энтузиазм наших студентов, молодежи, которые активно включились в подготовку фестиваля. И было очень много телефонных звонков, приходили люди, молодежь, студенты, говорили, что вам надо делать, чем помочь, предлагали услуги. Тогда я понял, что фестиваль не носит, как раньше было, чисто такой камерный, традиционный характер. Он вызывает какой-то отклик в душе у молодежи, студентов. И испокон веков у всех народов было так. Если есть дети, они должны знать свою историю, свою культуру, свой род, откуда произошли, чем занимались предки. Итак, начинается монгольская борьба. Название «Исполина этих игр». Для меня очень интересно, очень хорошо было, потому что меня впервые так общение, связи со студентами из Монголии, из Калмыкии, из Твы, так далее. Вы как две сестренки рядом, вам удалось хоть договориться, пообщаться, да? Да, конечно. Нам все говорят, что мы друг с другом очень похожи. И когда мы говорим, что она в Японии живет, а я здесь, то иногда часто думаю, что будто мы две японочки или две буряточки. А вы случайно действительно не сестры? Не знаю. Мне кажется, следующим организаторам фестиваля надо не бояться приглашать, ведь проблемы-то стоят перед молодежью всех, независимо, так сказать, монголоязычная, тюркоязычная, русскоязычная. Проблемы-то в общем одинаковые, мы мнениями обменивались, те же проблемы стоят практически в Монголии, те же в Бурятии, те же в Туве. И мне кажется, пусть мы будем все вместе, и нам есть о чем поделиться, независимости вот от того, о чем я говорил. Thank you.